Установка. Водосток премиум. Стрелка 3. На Exit RX первого поколения. Для чего он нужен? Для того, что когда дворники работают, вода не переходила через боковые стойки, не попадала на окна, на зеркала. И также, если окна у вас открыты, вовнутрь автомобиля, а уходила в сторону крыши. Перед установкой дается спиртовая салфетка и установочный шаблон. Установочный шаблон. Здесь он упирается в стойку. Здесь он упирается в водосток. Как видим, низ левый, это водительская, нижняя часть. Снимаем защитную пленку. Упираемся именно в крыло. Зафиксировали. И идем дальше. Верхнюю часть положим на самый край, придерживаем и потихоньку подклеиваем. И после этого основательно уже доклеиваем. После этого можете сразу снять защитную пленку. Установка правая. Написано правый низ. Нижняя часть, правая сторона. Фиксируем. Установочный шаблон. Слегка подклеиваем. Не забываем кончик на край. И основательно заклеиваем. Также снимаем защитную пленку. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.